Температура низкая, но оплата высокая. Минимальная поездка на такси в Иркутске повысилась до 200 рублей. В диспетчерских службах говорят, из-за морозов в среднем на 20% увеличилось количество заявок. В день только в одной фирме их более 300. Некоторые пассажиры отказываются от дорогих поездок, другие готовы заплатить любую сумму, лишь бы доехать вовремя и с комфортом. В связи с морозами очень много предварительных заявок, заявок на утро, вечернее время, время, когда развоз с работы до дома, детский сад, школа. Участились заявочки. С 1 декабря службы такси в Иркутске увеличили тарифы за 1 километр. Ранее он составлял 25 рублей, теперь 30. Минималка где-то осталась прежней – 150 рублей. Однако километраж сократился с 5 до 4 километров. А где-то минималку подняли до 200 рублей. И такая ситуация, прогнозируют в службах такси, продлится до конца новогодних каникул. А вот в столице Бурятии повышение тарифов прогнозируется лишь после Нового года. По словам представителей улан-удэнских служб такси, вот уже на протяжении 5 лет минимальная стоимость поездки составляет 100 рублей. Причины повышения цен почти такие же, как у соседей. Цены будут подниматься, будут подняты на такси, да, в связи с тем, что вступил в силу закон о такси, да, легализация бизнеса проходит, цены на бензин, цены на обслуживание автомобилей, все, цена на все растет, и, соответственно, тариф не может оставаться на прежнем уровне. Хотя в некоторых службах такси минималка уже выросла до 130 рублей, однако с морозами это не связывает, а только с ростом цен на бензин. Что касается предстоящего праздника, улан-удэнцев, как и иркутян, в новогоднюю ночь также ждут двойные тарифы. К Новому году тарифы будут повышены, как правило, это с 6 часов вечера до 6 часов утра, непосредственно в новогоднюю ночь, когда будет 31 числа. На 1 число вернется все в обыкновенное русло и будет тариф составлять минимально 130 рублей. А в новогоднюю ночь сколько? В новогоднюю ночь тарифы будут двойные, то есть 260 рублей ставят минимальный тариф и все остальное по тарифной сетке. Помимо того, что необходимость повышать тарифы на услуги такси уже назрела, представители служб согласны и с тем, что не стоит забывать о качестве. Нужно в городе сделать одинаковые тарифы во всех службах и бороться именно за качество, качество, непосредственно качество предоставляемой услуги, понимаете? И горожане не должны бояться вообще повышения тарифов, да, а надеяться на повышение качества. Даже если цены после Нового года поднимут, минимальный тариф в 200 рублей улан-удэнцам не грозит. Местные службы такси планируют повысить проезд до 130-150 рублей. Дмитрий Гамбоев, Сергей Костенко. Новости дня при содействии телекомпании «Аист».